Я попробую. А ну-ка, противные мальчишки, быстро домой! Ах, что это моя любимая история, это моя любимая повесть, мой любимый персонаж. Уж не знаю, так получилось. Я в 4 года услышал впервые радиоспектакль, двойную пластинку. Что удивительно, я сегодня нашел такую же пластинку и подарил ее Нане Гришаевой в честь премьеры. И пластинка была сделана на заводе в городе Ташкенте. Собственно, откуда я сам родом. Вот. А в Тюзе, на самом деле, это могло быть где угодно, потому что история не совсем детская, но моя подруга Нонна Гришаева меня пригласила, предложила сделать эту работу, и я друзьям редко отказываю. Мне безумно нравится то, что происходит на сцене. Это действие меня захватывает. Я болею этим произведением с раннего детства. Я играла в Энди, когда мне было еще 10 лет. И всю жизнь это моя самая такая дорогая сердцу история. Алексей невероятно талантливый человек. Я довольно давно его знаю. Мы еще вместе с ним работали, когда он работал артистом в мюзикле «Зора» компании Stage Entertainment. Да, он меня убивал каждый вечер на сцене. Потом он поставил со мной в главной роли спектакль «Джуди», где я сыграла Джуди Гарланд. Когда мы с ним вдруг, репетируя «Джуди», поняли, что мы оба больны историей о мальчике, который не хотел взрослеть, я предложила Лёше поставить это в нашем театре. И он предложил настолько интересную, потрясающую концепцию режиссерскую, что мы решили рискнуть. Еще чего? Меня заставят ходить в школу, и я еще по-доброму повзрослею. Нет, я просто решил попрощаться. И вот еще что. Я прилечу за тобой весной. Поможешь мне убраться на место? Мы не играем детей. Всем видно, что мы взрослые люди, и это у нас как бы не утренник. Там 8+ у нас стоит маркировка спектакля, поэтому это мы. Вот в каждом из нас все равно сидит ребенок, все равно мы взрослеем, да, но этот маленький человечек, его восприятие этого мира все равно всегда с нами. И мы не дети, мы просто мы вот в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, в силу того, что у нас необычная концепция спектакля, потом уже зрители сами увидят. Вот, поэтому мы — это мы. Мы вернулись не одни, с нами еще мальчики, у которых нет дома, они ждут внизу. Можно им войти? Джордж? Ну, конечно, пусть поднимаются. Мальчики, заходите здесь, сюда, и выстраивайтесь вот здесь потом. Папа? Вот они. Раз, два, три, четыре. Все мюзиклы — это про любовь, про дружбу, про отношения, про отвагу. Поэтому, мне кажется, как раз, а вот именно в этом возрасте ты мечтаешь о далеких плаваниях, о полетах, о том, чтобы стать взрослым, покорить пространство и время и так далее. Поэтому, мне кажется, этот формат, а еще здесь вот Питер Пен, невероятно музыкальный очень получился. Все, что касается музыкальной составляющей, как и всего остального, сценографии и хореографии, он очень целостный получился, очень музыкальный. Любые все мелодии запоминаются и очень легко напеваются, поэтому сидишь и получаешь невероятную какую-то легкость и удовольствие от того, что происходит. Друзья мои, ходите в театр, смотрите хорошие спектакли, мы вас всех очень-очень ждем.